Соответствующая категория. Только на большой кольцевой линии. Горно-проходческие работы почти завершены. Начинается возведение вестибюлей и платформы. На площади перед Савеловским вокзалом, которая давно превратилась в стройплощадку, всего один подъемный кран, пара грузовиков и трактор. Настоящий масштаб работ скрыт от посторонних глаз глубоко под землей. Время. Приезжайте сюда, здесь потрясающая, праздничная, роскошная атмосфера. Ну а у кого нет возможности, конечно, следите за нашими трансляциями, за нашими репортажами по телевидению. С вами по-прежнему ваши преданные комментаторы. Вот. Так что у нас осталось 19 минут.